Всем привет, с вами Шмыгов на канале Ушмыги. Сегодня мы играем в игру в The Bantron. И это вторая серия по данной игре. В первой серии я был просто днищенское дно, которое не понимало вообще, что происходит. Здесь я немножко подразобрался, как вам сказал, без смертей дошел до... соответственно, где остановился в прошлый раз. И понял одну вещь, что можно убивать этих всех негодяев данным вот таким вот способом. Просто махая ручным оружием. Вот. То есть, да. К сожалению, я узнал это слишком поздно, видимо. Или не знаю, или хорошо, что я узнал это слишком поздно. Или нехорошо, не знаю. А, он два раза он наносит удара, я понял. Два раза наносит удара. Удара, я сказал, да? Так, у нас что? У нас экспы еще пока нет. Ай. Пропустил, но... Нет! И вот видите, как только я на запись начинаю играть. Как только я играю на запись, я сразу помираю. Что за бред? Почему так? Кто мне скажет? Кто ответит на данный вопросец? Опа. О, он его и загасил, да ладно. Прикольно. Фига, жесткий копьеносец. Блин, хпшку надо восстанавливать, да? Не очень хочется деньги тратить. Ну, не деньги, в смысле, а... Ну ладно, придется, полюбас. Почти, да? Почти он меня, типа, чпокнул, да, этот негодяй? Да нет! А он еще и, прикинь, он еще и попал мне прям в попочку. Ну вот, я думал, я разобрался, оказывается, ни черта я не разобрался, да? Да не, я шучу, все нормально. Вот я все время не... Так, ну у меня лечилка работает, поэтому все нормально. Все нормально. Проходим дальше. Убила его, нет? Жалко. Не-не-не, надо, короче, нормально. Все, давай пистолетом уже. Здесь нужно пистолетом этих шлепанов убивать и не париться. Так, я ничего здесь не забыл? А, кайф, забыл, смотри. Ну.
боеприпасы и пищевой тюбик. То есть еще хпшку, в принципе, поимел, да? Красоте или не по красоте, как думаешь? 107 патрончиков осталось, еще в принципе нормально. Ай! Отставить, отставить, панику. Так, и мне теперь. Сейчас, подожди, я вот его хочу убить. Хорош. Так, собираем все говнище. Все говнище собрано, да? Да, я по красоте сыграл. Так, и вот этого кота убираем на всякий случай. И получаем новый уровень здесь. Почему здесь, кстати, я получаю новый уровень? Не знаю. Я пока в эту ухожу. Эй. Собака. Цепанул все-таки разок. Да ладно, а эта тема типа не падает? Падает. Что ты врешь ты мне? А это сильный зомбарь? Я что-то забыл. А, это не сильный, да, это такой. Короче. Да ё-моё! Прикольно. Подфартило сейчас тогда нормально вообще. Слушай, а не будет у меня этого... как называется... Я мудак. Какой же ты мудак? Я мудак. Я забыл опять про эту тему и... Просто меня так бесит, что с самого начала надо это... Как ты меня зацепил, тупый? Взял меня, зацепил еще, прикинь. Да блин! На следующем уже ходу там будет думать чего и как. Ой, хорош, он сам себя убивал. Это слабый, да, по-моему, перс. Ага. Опа, ничего себе. Я к нему, короче, дорогу типа провожу, а он меня чпокает. Ну что за человек? Нет. Так, стоп. А где здесь сейчас он будет? А, вон на следующем. Так, это нельзя разрушать. Подожди. Ай-яй-яй. В смысле? Да ладно, а у меня одна... В смысле, у меня же было три вроде грена, нет? Да не, ну ты почему ты... Это меня просто... Это я не знаю, что делать.
Это настолько просто все, и настолько. Это настолько это все бесяче, что я не знаю даже. Да, давай, до свидания. Ну давай, иди там убивай. В смысле? И встали таки вдвоем. Ты же раньше бы убил. Да с... Давай, прыгай. Не будешь? Да иди, собака тварь. Не, ну если у тебя такие сложности на первом, ну, ну типа на первом уровне, то я думаю, дальше мне вообще нет смысла проходить данную игру. Да иди ты на! Как ты не сдох-то, алё? Просто бред. Да-да-да-да-да, окей, хорошо. Да-да-да, тут нельзя, короче, протаптывать путь самому, надо, чтобы эти упыри, короче, зомбоиды или кто они тут. Непонятные, да? Да иди ты на! Просто бред. Да ладно! Какой блок против пули, алё? Блок, говорит, стоит против пули. Прикольно. Так, ну ладно, мы хоть уже не умираем от цветов. И то хорошо. Или нехорошо, не знаю. Что он там сейчас сделал будет? Подожди, вот с этим у меня проблемы, чуваком. Надо разобраться, подожди. Надо разобраться, что с ним нужно делать, я не понимаю. Гранаты у меня нету. Он просто снял... Действие. О, точка сохранения! Ой, ребятки, спасибо большое. А чё не сдох? А, ходить я не могу, когда этот... Что там? Что там выпало? Там же что-то выпало или нет? Или мне показалось. Точка сохранения. Ура, 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 ура. Эш, это прозвучит неожиданно, но это не корабль. Это бункер, причем заперт изнутри. Прием. Капитан, а вы постучать не пробовали? Прием. Астриш? Ну, разумеется, пробовал. Тишина и никакой реакции. Но сигнал явно исходит оттуда. Что-то все это мне начинает не нравиться. Капитан, сигнал соответствует стандарту космических кораблей. Сканирую зону вокруг бункера.
Зона внутри бункера недостаточно для сканирования. Прием. Попробую поискать альтернативный вход внутрь. Нужно выяснить, что это. Не зря же мы летели. Будьте внимательны, капитан. Внутри бункера связь со мной может быть недоступна. Хорошо, Эш, буду иметь в виду. Надеюсь, все это не затянется. Конец связи. Так. А, ну здесь мы не можем, мы вот здесь можем. Опа, минус. Ой, только давай я не буду минус. Тихо. Ой, хорош. Просто столкнул бочку на него, и он сдох, прикинь. Лол, лол. Лошара, лошара, лошарик. Опа, в головешник прям. Просто по красотище. Иди на. Слышь, как у меня задело? Можете кто-нибудь... Ну, блин, я, короче, не понимаю этой игры немножко. Ну, ладно, ладно. Он же должен был ударом проткнуть ящик, а не меня. Ой. Так, 120 пулик. Да ё-моё. Пулик-то может быть и 120, а вот... Чё там? Ничего интересного? А туда можно пройти? Нет? Секретик. Хочется в таких играх каких-нибудь секретиков побольше, да? Секретики. Опа-на. Хорош. 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 Все, Шмыга разыгрался. Шмыга сейчас будет просто крошить всех в нулину просто. Подожди. Секретика там нету? Нету. А, тут нет? Нет. Камон. Тихо. Что это такое? Это призыв новых зомбарей? А, это лифт. Окей. Подожди, а вот сюда ничего нету там? А, подожди, вот сюда можно проникнуть стопудово. Да, секретик. Или это не секрет? Опа, это кто? Хорош! Я же сказал, что я секретик найду, а? Что это такое? Я для любого сделает коллегой любого. 700 денег? Это типа это за деньги я купил? Да ладно. Ну что за говно? Ну камон. Ну дай говнище. Зачем мне патроны без патронов? Ну типа камон. Ну ладно. Ай, стоп. Погнали, ладно. Совсем уже охренел, смотри. Да? Это типа назад опускать эту, да? Уйди, отойди в смысле. Нет, это в ту сторону, а вот здесь-то тоже еще что-то есть, подожди. Опа-на, опа-на. Уносим ноги. Хорош. Секретики? О, мы шлем нашли, огонь. Смотри, какие мы смешные, да? А, и мы открыли, собственно говоря, с тобой вход. Все, понял. Да, все понятно, все логично, все, все, все шикарно, да, шикарно. Интересно получается. Корабль потерпел крушение много лет назад, но кто же тогда активировал резервную энергосистему повторно? Не верится, что это были те неразумные твари. Должен быть кто-то еще. Так, что это такое? А, куб памяти, безделушка, куб памяти. Продать. То есть здесь еще где-то можно будет что-то продавать, что-то вызывать, что-то сделать, да? Опа-на. Ты чё, на-на. Опа. А это злой или не злой? Ты какой? Ай, ай, ай.
Опа. Опана. Блин, ну почему? Ну ладно, забей. На-на. На-на. На. Ой, убегаем. Блин, ну это такой косяк, ну блин, ну это косяк, ну блин, ну это не мне. Все так хорошо было, я не понимаю, что надо-то? Так, это мы читали, да? Да ём! Просто такой косой, насколько можно быть косым. Класс. Так, 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 так. Блин, ну что, дробаша не будет? Блин, я хотел бы дробашить. Дробашом повеселее. Это же такой, знаешь, такой типа двухмерный дум, что ли, да? Типа, да? Точка сохранения, шикарно. Нет. Значит, нам нужно поднять лифт и вниз. Нет? А, надо вот так сделать, смотри. Оп, и вот так вот, и оп. Нет, тут не будет никакого прохода, да ладно. В смысле, почему? А, слушай, может быть, мне вообще наверх на самый, да, надо? Да, что-то я тупанул. Наверное, да. Наверное, на самый верх надо. Подожди, а что у нас есть? У нас есть УЗИК. Этот пес. Почему это бронежилет морпеха? А это же больше или нет? Надеть. Ну, почему он... А почему он его хочет надеть все время? Автомат-пылесос. Автомат-пулемет. Но, скорее всего, выше можно сейчас будет, да, или нет? Нельзя выше. Почему? Подожди, я запутался. Шмыга запутался. А что вот здесь написано? Подожди. Лора вчера обратил внимание на странную вещь. В энергоотсеке слышал тихий свист откуда-то из правого блока. Проверь при случае, нет ли там неисправности. Детамир. Нет, я вызвал лифт. И что дальше? Подожди. А, вот, все, да-да-да. Я же говорю, нам нужно наверх, просто я не знал, что вот так можно наверх попасть. Чё ты, ну, чё ты начинаешь-то, алё, камон. Не-не, пусть он отвернется. Сейчас он отвернется. Блин. О, да ладно, чё это? Барракуда. Ну, это типа... Короче, мощная пушка. 400 стоит, да? Так, давай лечилку вначале сделаем. Употребим. Лечительный аппарат, да? Блин, для автомата пистолета, да? А, подожди, а это же автомат-пистолет или нет? Колючка. Подожди. Чем ты будешь стрелять? А, ты на двойке вообще. А у тебя какие патроны, подожди?
А у тебя другие патроны. А-а-а, смотри, как классно. А подожди, а я могу на единицу сделать же этот, да? Подожди, а как вот так на единицу я могу вот это надеть? На единицу, да? Правильно я понимаю? Или неправильно? Да, правильно все понимаю. Смотри, как классно я понимаю. А ты также классно понимаешь или нет? Так, еще можно вниз. Ой, ой, ой. Просто сразу по щам получил. А, ну это я вниз, типа, спустился. Новый уровень. Так, новый уровень. Все, да? Так, давай пока так. Здесь у нас что? А, ну а мы открываем просто тупо эту дверку. Ну, а это, в принципе, без... Подожди, а вот как мне попасть туда, наверх? Ну, в смысле? А это где? А, это где сохранялка была? Все, я понял, в самом низу. Подожди, а как попасть теперь вот в этот? Да. Ой! Фига себе, прикольно. Не, я хочу наверх. Я хочу наверх, потому что мне нужно наверх. Хочу наверх. Потому что там был проход, и там, скорее всего, какой-то секретик. Секретики, секретики, люблю. Люблю секретики, знаете ли, да? Поэтому надо туда пройти, да? И еще разок. А, отлично. Просто шикарно. Ну разве не шикарно, что мага проходит данную игру, а? Ну что ты начинаешь-то сразу там, а? Сразу там, ну вот это, там вот и... Тихо, а как? А как? Стопандра. Стопандра. Что за действие? Где действие было написано? Действие. Там было где-то написано действие. Что за действие? А, нет, на обратно давай. Верни все взад, будь добр. Спасибо. Так, нам нужно вызвать лифт просто вот, вот отсюда. Все. И не парить голову. И не парить никому голову. Снаряжение, снаряга. Там, скорее всего, есть снаряга. Нет, 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 дай наверх. Еще раз. Отлично. Не, ну а что, тебе не нравится космическая тематика или что? Подожди, нужно вот... Ну блин, а как... Да... Не, я вроде, я по хп я вроде ничего не потерял. Или потерял, как думаешь? Не, вроде ничего не потерял, да. Ладно, хорошо. То есть туда никак не попасть, окей. Уболтал. Эш, прием. Эш, была права, в бункере связи нет. Но должна быть центральная система. Ну, должна быть центральная система связи. Может быть, мне удастся подключиться к ней. Давай попробуем, коль не шутишь. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Оп. Пошел ты. Вот это, короче, слышишь, вот это подстава. А чё, типа... Подожди, а где я могу, типа, снять теперь со своего тела что-то или что? А, взять. Типа, все взял, да? Лечение, лечение. Ну, а что делать-то? Здесь была какая-то подстава прям такая мощная, да? Так, вниз можно упасть, если что. А, так нам вниз и надо, смотри. Кого-то там собрался пером своим тыкать, ты, блин. Опа. А! Подожди, а туда я не могу прям? Ну, блин, а откуда он? Летим вниз тогда.
критический, на тебе, на. Ага. Смотри, мы куда-то там спрыгнули, короче, ну, как, я, короче, не знаю как, но мы сделали вроде все по красоте, да? Или нет? Нет, туда вроде можно попасть, слушай. Да, по-моему, туда можно попасть, но ладно, нам не разрешают, потому что мы не знаем почему. А, лечения нету. Есть лечение? Шикарно. Я за то, чтобы всегда было лечение, понимаешь? Ой! Ну блин! Прикольно. Четырнадцать эспрессо и боеприпасы, да. Ну ладно, давай это хоть купим. Ну а чё, ничего нету, какая? Ну чё, а чё? Блин, я так про... Ну блин, ну можно переиграть? Ничего себе он... Ну блин, ну как он так успевает-то, ну? Стой. Да, мне нужно просто вот туда попасть. Потому что тут должен быть что-то. Что здесь? Что здесь? Да ладно, ну блин, а что за приколы-то, алё? А что там? А как туда можно попасть? Подожди. Надо подумать. Это... Подожди, а это где вообще? Мы сможем обратно вот туда через лево? Там потому что, видишь, целый отсек, ё-моё. Блин, а мы уже туда не попадем. Фак. Лифт только вниз, видишь, едет. Лечалка еще есть, отлично. Хорошо. Да блин! Ты бесит меня это говно. Ты либо, короче, ты либо пинаешь бутылку, либо не пинаешь бутылку. Что начинается? Почему у вас типа, ну, что за бред? На один секрет из трех. Да не, ну понятно, что я там, короче, провалился. Точка сохранения, да ладно. Хорошо. Спасибо большое, да. Это просто... я объясню, кто не понял. Это мы... Я не на стриме, но кто-то, видимо, в момент того, как я стримлю, кто-то подписался и прозвучал данный звук. И, может быть, скорее всего, или не скорее всего, или не знаю. И, может быть, даже высветилось имя, кто подписался в данную секунду, да. Ну, это так бывает. Ну, а что я могу сделать? Я не могу ничего сделать, кроме как поздравить данного человека с подпиской, да. А, мы можем еще найти... О, вот это более... Мне вот это... Собака. Я думал, мы наверх совсем уедем, а я думал, мы там сделаем какие-то секретики или что-нибудь такое. Но мы, к сожалению, не сделали ничего, да? Такие дела. Так. Действие. Вроде нашли комп, да, или нет? О, это что такое? Память дневника, безделушка. Мы можем что-то просто прочитать, да? Хорошо. Он убил зато это говнище, смотри. Красавчик. Ну или как там, паучок? Паучок-мурлучок, или как он там называется? Подожди, а мы только сюда можем, да, пройти только или не... А, да, ну да. А, ну там внизу... Подожди, а там вот, по-моему, секретик есть. Ну-ка вызови нафиг его. Да блин. А? Красавала? А нет секретика, блин. Жалко. Я думал, я сейчас такой, короче, всех раздуплю и будет типа секретика. Ой, ёптель-моптель, иди нах, я сказал. Вот дурак старый, а. Вот просто все взял и...
Все просто. А чё, а теперь мне шмотки нужны? Я без шмоток, у меня нету. У меня только вот это говно. А, ну так он сдох просто, да. Не-не-не, вниз. Да. Блин, ну это плохо здесь, что ты умираешь. Вот это, то есть умирать здесь, короче, вообще прям, ну, прям нежелательно. Прям очень нежелательно. Ну блин, ну когда на тебя бежит такой чувак с этим, с боев, с... Ну ты понял, да, с чем? Или не понял, с чем? Хорош? Хорош! Просто всем по голове раздал и все. Ну прям, ну вообще красавчик, как в Апексе прям. Прям как в Апексе. Да, братишка? Братишка, братан, братуль. Брутуль, братан, браталь. Буту... Ну, да ладно. Так, здесь, вот здесь есть что? Блин, а как вот там? Помнишь, я же там разбивал, типа, находил что-то, а теперь нет. Что такое? Что такое? Что я сделал? Я нажал Е, что произошло? А, открылась дверь. Блин, игра, ты хоть мне говорила хоть что-нибудь, ну? А тут типа, ну... Камон. Хорош. Наверх мы или вниз? Опа. Иди нах. Иди-к ты на... Иди-к ты на, я сказал! Ты чё, вообще что ли борзый такой? Фига себе, такой просто выломал какую-то дверь, короче, и давай меня чпокать тут просто. Все? Сдохло? Да, очень похоже на Doom. Ну, такой двухмерный, да? Тут такие какие-то... Мы на космическом каком-то корабле заброшенном, и здесь всякие твари. Ну, не знаю. Если нет, то... Ну, и сорян, ребят. Типа, ну, да камон, хорош. Хорош выпрыгивать из лифта. Сколько можно? Да, прикольно, прикольно, очень прикольно. Очень здорово, мне очень понравилось прям. Я прям... Угу. Точка сохранения-то как бы в полной попе, да? Угу. Очень классно. Да я просто не заметил, я отвлекся что-то на телефон и ну, ты вот, ну просто представляешь себе, вот, ну и вот, на тебе вот так, да? Какой-то просто негодяй, он просто берет и тебя просто уничтожает, грубо говоря, морально и физически. Да твою мать! Ну вот я же знал, ну почему? Где мой труп-то теперь? Внизу где-то или где? Да. Не, в принципе, игра, ну, как бы, ну, игра как игра, ничего в ней. Но, говорю, иногда такой тупняк бывает. То есть... Ну, именно с моей стороны, конечно же. Ну, как бы, ну, блин, ну, чё? Серьезно, что ли? Секретики, да? Ой, ты маленький ты мой, посмотри, ты вот, и мы нашли. Тетюли. Чё за боты? Давай посмотрим. Броня 1, цена 84, броня 1.68. К броне и к выносливости. А кому я могу продать? Никому. Наверх, я сказал. Быстро. Быстро наверх. Так, и что у нас тут сегодня? Ага, заставка пока будет, да? Или как, или нет? Странный бункер. Очень странный бункер. Он действительно похож на корабль. Или, по крайней мере, на часть корабля. Нужно осмотреться внимательнее. Внимательно осматриваемся, типа, да? Очень внимательно. Так, здесь что? Это кто такие? А, это какие-то части, части под части или что? А, ворота открыл, понял. Внизу, ого. Я надеюсь, ко мне тут никто не припрыгает. Опа. Эш, я закончил, необходим анализ полученных данных, прием. Эш, прием, да что за чертовщина? Эй, прием, ты где? Ох, не нравится мне все это. Не случилось ли что с кораблем?
Слушай, ну если наш еще корабль, короче, что-то с ним, то куб памяти. И еще один куб памяти, и ты мой маленький друг. Мина, космический шлем. Что за космический шлем? Элитный шлем. 8-8. Это он у меня одет. 12. Тревога, угроза, разгерметизация. Срочно требуется принять меры безопасности. Капитан автономного модуля РМ-65 Ян Крыдло сообщает на центральный пост корабля базы идентификационной коды. И какие-то коды. Что логично, да? А, ну, слушай, у меня аптечка еще, в принципе, есть. А, в принципе, все, у меня больше по еде-то ничего и нету, да? Слушай, а сейчас это реально Doom. Посмотри, как я выгляжу. Вообще прям, ну, типа, вылитый Doom, нет? Или как, ну, типа, ну ладно. Нет, так нет. Окей, хорошо. Еще ниже. А, и это типа завершулька. Загрузка. Да, ребят, наверное, на этом мы закончим вторую часть данной игры. Всем огромное спасибо, кто просмотрел, кто ставил лайки, кто подписывался на канал. Всем счастливо, всем пока. С вами был кто? Кто? Где? А где вы, кстати, были? Это канал или не канал? Кто это? Что это? Как там называется? Там Шмыга? Шмыга, да, все. А, да, да.